Cinegroup Production представляет. По книге Энди Гриффитса. Привет, я Энди, я виртуоз приколов, фантазия моя, бездонный океан, изобретаю шутки. Продюсеры Мишель Ламир, Даниэль Юбертс. Я шалун, я актер, гениальный трюкач. Я супер юморист, прикалистый лавкач. Режиссеры Тим Дейкон и Джон Миннис. Что с Энди? Энди, Энди, Энди. Вы, наверное, удивляетесь, что я делаю здесь, среди заумных детсадовцев. Да, у жизни любопытное чувство юмора. Шоу должно продолжаться. Внимание, учащиеся! Инспектор Пратт сегодня посетит нашу школу, чтобы распределить финансы и проверить наличие вшей. Так что улыбайтесь, или вам не сдобровать. Это говорю вам я, директор! Все должно быть чисто! Я хочу ему показать идеальную школу! Что? Почему я этого не знал? Это один из тех моментов, ради которых я живу. Дэнни! Да? У нас клевый расклад, но мне нужно время. Я не могу выдумать достойную гадость без небольшой подготовочки. Перестань. У тебя уже есть план. Есть. Но сначала меня должны выгнать из школы. Я пойду домой, прихвачу оборудование, вернусь и похулиганю. Тебе вылететь из школы расплюнуть. Стань гадким и доставучим. Ты это умеешь. Звание самого противного ребенка на свете присуждается Энди Лам! Мистер Хатчинс идет. Пора начинать. Приступим. Я не дам Энди меня достать, я не дам Энди меня достать, я не дам Энди меня достать. Ты выдержишь, Хатчинс, выдержишь. Я постараюсь. Упс. Энди! Я влип. Ну да, вы поймали меня с поличным. Так точно, мистер Хатчинс, это моя работа. Думаю, вам следует отправить меня домой. Энди, ты очень неплохой художник-анималист. Что? Блестящая работа с линией, цветом и мелом. Вам нравится? Безумно. Однако, смею заметить, тебе не надо себя сдерживать. Смелее, побольше крови. Крови! Это что, вызов мне? Ты лучше всех! Не лгите! Ладно, перейдем к плану Б. Успех гарантирован. Я дрессировал эту змею несколько месяцев. Пришло время выступления. Не подведи меня. Давай, давай, давай. Давай. Вперед. Что это? А, змея. Какая прелесть. Энди, спасибо за змею. Она будет прекрасно смотреться в нашем террариуме. Он не оставляет нам выбора. Пора переходить к плану В. Только бы ты остановился до плана Я. Кровавые шарики. Хотя бы один упадет в обморок или кого-то стошнит. И все, что нам нужно... Небольшой конфликт. Простите, мега-дутое мороженое – лучшее мороженое в мире. Я против. Обезьянья карамель – вот самое лучшее мороженое в мире. Это вызов! Защищайся! Энди, нельзя начинать драку, это против школьных правил. Мистер Хатчинс отошлет тебя домой. Ну, кто теперь круче? Это отличный шанс научить тебя неправильно драться. Неплохо, да? О, простите, мистер Хатчинс, я не смог удержаться. Теперь я заплачу за свой поступок и пойду домой. Нет, благодарю тебя за наглядную демонстрацию падающего объекта. Отличное выступление к теме урока «Ньютон и закон гравитации». То есть вы не отошлете меня домой? Нет, Энди, нет. Ты останешься здесь. Нет! Вы обязаны отправить меня домой. Я нарушил три правила, выставил дураком учителя, подверг опасности жизни невинной змеи и начал драку. Меня нужно отослать домой немедленно и даже быстрее. Быстрее!
Что за бардак? Почему человека не могут выгнать из собственного класса? Что это такое? Опять? Энди Ларкин! Если ты ведешь себя как ребенок, с тобой поступят как с ребенком. Мы отправим тебя... домой. В детский сад! В детский сад? Да. Будешь рисовать пальцем, играть в кубики и говорить поезду чу-чу-чу-чу. Но я не был в детском саду с тех пор, как был в детском саду. Может, на этот раз ты чему-нибудь научишься? Это довольно-таки странная идея. Его духу не должно здесь быть, когда придет инспектор. Все, Ларкин, пора в садик, деточка. Все идет совсем не так. Детский садик совсем не входил в мой план. Кто лучший инспектор? Надеюсь, белый свет. Сомнений нет, это мистер Прэтт. Лучший инспектор Прэтт. Здравствуйте, мистер Дороса. Мы репетируем приветствие инспектору Прэтту. Молодцы. Почему ты не можешь быть таким же, как твоя сестра? Слишком дорогая операция. Именно из-за таких шуточек я и отправляю тебя в детский сад, похабник. Джим, почему твой брат такой глупый? Да, на твоем месте я бы просто умерла от стыда. Да. Миссис Прингл, Энди Ларкин побудет сегодня с вами. Он не умеет вести себя, как полагается, в его возрасте, поэтому мы привели его в детский сад. Не выпускайте его сегодня отсюда. Счастливо, Ларкин! Ну, ребятки, сегодня к нам присоединится новый дружок. Поздоровайтесь с Энди. Здравствуйте, Энди! А теперь, Энди, садись и послушай с нами сказку. На пол, Энди. Отлично. Сижу здесь, когда я должен быть дома и разрабатывать план крушения школы. Однажды жил-был маленький котеночек по имени Киска Симпатяшка. Ой, меня сейчас стошнит. В чем дело, Энди? Хочешь почитать вслух? Нет, спасибо. По-моему, это прекрасная идея. Киска Симпатяшка увидела черепашку-неваляшку и сказала: «Привет, черепашка, сегодня супер-пупер день». Он неправильно читает. Я его не понимаю. Он противный. Давай веселиться, давай рвать цветочки. Слишком здоровый. Он не ребенок. Он надоел. Он сидит на моем месте. Я описался. Тихо, дети. Вы огорчаете Эндичку. Видите, как вы его расстроили? Давайте теперь порисуем, а потом поиграем. Возьмите свои мелки, а я поставлю вам хорошую музыку. Посмотрите на меня. Играю в мячик с людьми, которые только что научились писать в унитаз вместо штанов. Кошмар! Ой! Неужели я, изобретательный весельчак, упущу великий шанс совершить великолепную хулиганскую выходку? Я в болоте, в трясине, я пою деткам блюз. Я расстроен, убит, я растерян, я сник. Я в тюряге, в плену, выход где не пойму. Мне бы дома сидеть и готовить свой план. Не малявка же я озорник-хулиган. Я в болоте, в трясине, я пою деткам блюз. Ой, нет, это Рекс! Прочь с дороги, малышня! Ну что, малявки, испугались? Ах вы, мелюзга! Это повторяется каждый день!
Эй, что это ты делаешь? А ты новенький, да? У тебя большая голова для ребенка, твоя мама слон. Хочешь сказать, что я гидроцефал? Ничего подобного. Ошибаешься. Кто ты? Я твой кошмар, малявка. Если ты когда-нибудь еще побеспокоишь моих друзей, я так дуну, что ты улетишь далеко. Нет, не надо, не надо. А ты и правда можешь, да? С удовольствием покажу тебе. Мама! Молодец, Энди. Спасибо, Энди. Ты наш герой. Если мы можем тебе помочь... Спасибо, детка. Энди! 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 Осторожнее, не заденьте пальцы. Детский сад. Черт, я все еще здесь. Инспектор Прэтт приедет через полчаса. Подъем, ребятки! Тихий час закончился. Многие уже давно бы сдались в такой ситуации, но не я. У меня появилась потрясающая идея. Теперь вы можете помочь мне, мои маленькие трагики. Как он нас назвал? Трагики. Это по-гречески актеры. Мы с вами устроим маленькое шоу, которое эта школа никогда не забудет. Оно потрясет весь мир. Джен, ты что здесь делаешь? Присматриваю за тобой. Зайди и покажи деткам танец. Обожаю болельщиц. Нет уж, Энди. Я расскажу мистеру Дероса, что ты задумал. А что я задумал? Пока не знаю, но какую-то гадость. Тебя надо наказать. Точно. Тебя надо остановить. Да ты что? Где же твоя армия? Вот она! Эти малявки! Взять ее! Что значит взять? Ну, схватить ее! Давай! Она упадет. Всегда она падает. Тоже ничего. Что вы делаете? Куда вы меня тащите? Гадкие дети! Дженнифер Ларкин — настоящее сокровище. Никогда не откажется поиграть с детишками. Охраняйте ее. Да, сэр. Да, охраняем. Если будет сопротивляться, можете грубо пощекотать ее или рыгнуть в лицо. Дэнни, это Энди. Понял тебя. Мистер Хатчинс, смотрите. Внезапное появление хвостатой кометы. Что? Где? Где? Я за камерой. Мне нужно усилитель на 500 ватт, 8 пар ботинок для чечетки 4 размера, чемодан талька, 100 фунтов глины, пароходуль, галлон краски, мегафон, две помойки и большая-большая бочка нефти. Нет проблем. Я думал, ты попросишь что-то посерьезнее. Я сейчас... Слушайте, это момент истины. Наша миссия опасна, некоторые из вас, возможно, не вернутся. Вы готовы? Да! 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 Зал! Побольше чувства. Мы любим мистера Прэтта. От них надо избавиться. Миссис Вулмер, только что сообщили, у американского хора внезапно заболело горло, а у них выступление в Белом доме. Скорее, начинайте продавать шоколадки, чтобы заработать на дорогу до Вашингтона. Мы сделаем это. Здравствуйте, инспектор Пратт. Очень рад, инспектор Пратт. Добро пожаловать, инспектор Пратт. Убрать свет, поднять занавеску, не разрисовывать коллег. Все идет по плану. Теперь я уверен, нас ничто не остановит. Ничто. Никогда. Надо спасти школу от безумного брата. Здравствуйте, инспектор Прэтт. Добро пожаловать в нашу школу. Надеюсь, на вас произведет впечатление то, что вы увидите. Хватит болтать, показывай. Мы подготовили для вас специальное приветствие. Давай.
Я знаю. Вы работали, не покладая рук, почти... 20 минут, но шоу начинается. Прошу вашего внимания. Приготовьтесь! Ты ставишь все свои деньги на маленьких детей, которые только что научились считать? Раз, два, четыре. Поднять занавес через минуту. Ты покойник, Энди! Староста наших учеников Джен Ларкин должна была сказать слово перед презентацией, но, наверное, ее задержали какие-нибудь школьные обязанности. Итак, поприветствуй нашего почетного гостя. Внимание, начинаем от школы из Гекл с любовью. Стойте! Ой, я опоздала. Вы правда думаете, эта показуха меня растрогает? Да, сэр. Всем привет, меня зовут Энди, а вас как? Добро пожаловать в школу из Гекл, где все идеально. Ученики идеальны, учителя идеальны, даже директор идеален. Все идеально. И все счастливы, вы мне не верите? Спросите учеников, они вам расскажут. Мы лучшие ученики, и школа наша лучшая. Мы отвечаем у доски, уроки тихо слушаем. Не нарушаем правила, мы слышим все звонки. А если нам не верите, смотрите сами вы! Читать, писать, делить, чертить, лепить, зубрить. Нам надоело, мочи нет. От школы нас тошнит! Доброе утро, детки. Ваш учитель здесь. Не пугайтесь, бояться нечего. Готовы учиться? Пора начинать. ABC. Я в школе счастлива. DFG. Мне тут так гадко. HIG. Здесь все так неряшливо. KLMN. И не с кого спрашивать. О-пи-пи, мне надо пописать. QRST, не мучите нас. О-пи-пи-пи, я уже пописал. QRST, свободу сейчас. Минуточку, вы не договорили очень большой кусок. За это, детки, я ставлю вам двойки. О, нет. Думаешь, ты самая умная? За такое поведение я пошлю тебя к директору. Он любит принципиальных. Только не это. Он ест детей, поэтому такой толстый. Это надо прекратить. О. Я ваш директор! Я хочу кушать! Поскорее залезайте ко мне в пасть! Надеюсь, вам понравилось наше шоу, и вы все сами поняли. Читай, пиши, учи, черти, лепи, зубри, или я тебя съем! Счет, пожалуйста. Это твоя последняя выходка, дрянь, тебе конец! Инспектор Прэд, я... Не надо объяснений, я сам лично во всем разберусь. Отлично, каким бы ни было наказание, оно того стоило. Приготовьтесь выбрать другого главного хулигана. Ты пожалеешь, что проснулся сегодня утром. Молодой человек, я хочу вас поздравить. Что? Что? Чудесное шоу. Ярко, смело и провокационно. Постмодернистическое предапокалиптическое видение системы образования как городского кошмара. А? Вы, юноша, гений. О, да, это было что-то. Это я отправил Энди в детский сад и предложил ему сделать шоу. Я... Брось, Дероса. Знаешь, в детстве я мечтал стать актером. Я сбежал на Бродвей. Но отец поймал меня, притащил назад
и заставил быть инспектором школ. Это все очень странно. Остается улыбнуться и не удивляться. Энди, у меня для тебя что-то есть. Я должен был отдать это в конце года, и может это несправедливо по отношению к остальным, но я хочу наградить тебя медалью лучшего ученика года. Энди! Энди! Это не совсем то, о чем я мечтал, но с инспектором не спорят. Я лучший ученик года. Тоже ничего. Энди! 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 Эй, не заденьте пальцы. Автор сценария...